Итак, начинаем сегодняшние приседы. Я решил не делать пустым грифом для экономии времени. Смысл этого занятия я так и не понял. Будем делать с 50 килограмм. То есть 20 килограмм я пропускаю. 50 тоже легко. Я его буду делать на 10 раз вместо разминки. Ну, вообще легкотня. И раз, два, три, четыре, пять. Ой, я хотел 10, а сделал 5. Ну ладно, 5, так 5. Съемка. Итак, второй подход. Первым я вместо 10 сделал 5 почему-то по инерции. Итак, у нас 5 подходов с весом 70. Я добавил 20 килограмм, по 10 с каждой стороны, итого 70 килограмм. 70, мои 70. Опа. И раз. Три. Четыре. Пять. Мне это напоминает китайское кунг-фу. Там тоже приседаешь с таким весом. Следующий подход с весом. С весом 80 килограмм на 5. 80 на 5. Мы идем сегодня до 90. Шагом 5 пойдем с 80. 80, 85, 90. Съемка. Съемка. Пять сделаем. Итак, следующий подход. Вес 85 килограмм. 85 килограмм. Я с голым торсом, потому что стало жарко уже. Это, конечно, не очень хорошо, потому что спина прохлаждается от штанги, от грифа, но тем не менее. И 85 килограмм. Раз. Два. Три. Четыре. Следующим весом будет 90. Сделаем 90. 90 килограмм. Ох, какой вес. Боюсь, боюсь. Шучу. Не боюсь. Идем на 90. Опа. Где моя не пропадала? Раз. Три. Четыре. Пять. Последний раз уже подниму немножко вперед. Девяносто на пять сделал. Прикол. Итак, последний раз. 85 килограмм. Блин, я забыл, как килограмм дать.
сейчас бы 90 еще раз поседал. Так, еще раз 85 килограмм сейчас будет для заминочки. Я иду наверх и потом немножко вниз. Вот так обычно я хожу. 85 килограмм. Еще на 5 раз сделаем напоследочек. Напоследушечки. Опа. Опа. Вот они, мои родимые, 85 килограмм. Аня, сделай сырники. Нет, Сережа, вареники. Сырники? Нет. Муки мало. Три! Съемка! Четыре! Даже не вспотел до этого момента, только сейчас вспотел. Ну все, приседы на сегодня закончены на пик. В следующий раз можно пробовать на 95.